приехал мой учитель. Ой, точнее, учитель. Привет, Андрей! Здорово! Ну, приветствую. Ну что, сегодня меня ждет? Сегодня тебя ждет планка. Сегодня я буду повелитель планки. Hola, hola, my friend, my boy, my girl. Сегодня шестой день моих мучений. Помните, в прошлый раз мы вам обещали показать вакуум? Давайте узнаем, что это такое. Что такое вакуум? Я уже говорил, это вспомогательное упражнение, которое поможет нам тренировать мышцы живота. Для чего это нужно? Ну вот, если у тебя тело, как вот у Миши, холодец вот этот трясется, и органы вываливаются, и из джинс висят над ремнем. У меня не только мышцы висят, они и стоят. Ну вот для того, чтобы эти мышцы стояли, тебе нужно делать вакуум. Сейчас я покажу, как это делается. Это будет интересно прежде всего девочкам. Готовы? О, белиссимо! Короче, руками опереться в ягодицы, немного скрутить свое тело. Делать 3 глубоких вдоха и глубоких выдоха. И на 3-м выдохе ты начинаешь втягивать живот в себя и загонять его под ребра. Знаю точно, у всех все будет хорошо. Я обещаю, засекай, время пошло, но ведь по-другому быть и не могло, если ты честно. Ну так как у нас, Миш, тренировка вечером, и я уже поужинал, поэтому не удается до конца втянуть живот, затянуть свои органы под ребра. Поэтому я рекомендую делать вакуум с утра на голодный желудок, выпить стакан воды и потренироваться. Можно сделать подхода 3, начинать там с минимума, если можешь, делай 5 секунд и увеличивай каждый раз на 2-3 секунды. Завтра мы встречаемся в 11 утра, чтобы показать вам разницу. Сегодня был на полный желудок, а завтра покажем вам на пустой желудок. И вы увидите, насколько Андрей может втянуть все, что у него висит, стоит под ребра. Так как Мишу мы вчера замучили круговой тренировкой, у него сегодня такое ощущение, как будто бы он разгружал мешки весь день. Всю ночь. Всю ночь, да. Поэтому мы сделаем чисто статическую тренировку. Будет несколько вариантов планки. Как вы поняли, сегодня у нас день планки. Первая планка у нас — это обычная классическая стойка, но она будет у нас немного усложнена, так как мы будем поднимать поочередно ноги. Сейчас я покажу как. Встаешь планку и начинаешь поднимать. Сигарета тлеет дни, незаметно пролетают один за одним. Так стоим мы минуту. 3 раза по минуте. Между подходами отдыхаем также минуту. Незаметно пролетают один за одним. Что, телки, скоро вы будете пищать. Время пошло. Ноги прямые. Вот. Второй подход. Раз, два, три, четыре. Властелин планки. Работаем. Да только труд приносит плоды и результаты, ребята. Ну, еще 15 секунд, давай. Я поторопился. Стоп. Когда выполняете упражнение, думайте об упражнении и не дурачьтесь, как я. Это мой вам совет. Продолжаем. Третий подход, ребята. Поехали. Прекрасно. Иди сюда, сука. Ирк. Новый контент? Да. Ты присутствуешь при новом контенте. Иди, посмейся. Иди, понаблюдай. А, сука. У меня есть фанатки уже, ребята. Подход 4. Андрюша, просто нельзя стоять вообще без этих поднятий ног. Просто стоять будем в конце. Да подожди ты. А еще? 10 секунд. О! Стоп. Первое упражнение
Отработали, ребята. Так, начинаем второе упражнение. Это боковая планка со скручиваниями. Делаем на каждую сторону по минуте. Минуту отдыхаем. Так, два подхода. Покажи, как это делается. Руку за голову. И начинаешь по диагонали скручивать корпус. Охуеть. Ребята, ну это же издевательство, реально, Андрей. Ребята, ну это пиздец. Ну это уже не до шуток даже, можешь сказать, блядь. Уже просто слова заканчиваются. Ты же, блядь, просто вообще... Реально, я пошел домой, Андрюш. Ну все, пока. Давай, начинай уже. Надоел халявить. Что? Готовы посмотреть, как это смешно получается у меня? Смотрите и учитесь. Оп-оп, прямая ручка. Становимся. А вот так, да? Вот так. Руку на член. За голову. И начинаем по диагонали скручивать корпус. Хо-хо-хо! Миша, еще не все. Стоп. Теперь сразу на другую сторону. Какую сразу? Сразу. Куда сразу-то? Сразу. Ёпта. Двадцать секунд, терпи. Десять секунд. Стоп. Хочется, знаете, как сказать, как курочка. Яичко снеслось. Второй подход. Погнали. Стоп. Меняем сторону. Максимальное сокращение. Стоп. Андрей, ну что за хуйня сегодня? Пиздец. Второе упражнение. Закончено. Так, третья планка на вытянутых руках с коленом. Сейчас покажу, как делается. Тоже делаем три подхода по одной минуте. Отдыхаем минуту между подходами. Встаешь, корпус в жесткости, поясницу не проваливаешь. И начинаешь коленом дотягиваться до локтя. Ну что, начинай? Прям так? А почему бы и не начать? Настроение приподнятое, ребята. Третье упражнение начинается прямо сейчас. Начали. Улыбочка и ножка пошла. Раз, два, три. Стоп. Второй подход. Второй подход начинается. Тигр. Секс – это я. Я ебал. Ну что, третий, заключительный. Подход третий. Третье упражнение. Ну что, Миш, сейчас отдохнешь пару минут. И заключительная планка, классическая, на 3 минуты, без перерыва. Ну что, Миш, ты готов? Андрей, отпусти. Прошу тебя. Раз, два, три. Начинаем. Идеальное выполнение планки. Таз приподнят. Руки в правильных углах. 1,5 минуты позади. Бля, я уже все. Не, держись, братан. 10 секунд. 4, 3, 2, 1, стоп! А, блядь! Yeah! You win! О, блядь, ребята! Слов нет. Это пиздец. Даже это пизда просто. Большая, мокрая, влажная, пиздатая пизда. Сука, это я. Видите, какой я мокрый? И большой. Хотите меня? И не забываем про воду, ребят. Мы с Мишей сделаем брусья, лесенку.
Отжимание на брусьях выполняется таким образом. Нам надо максимально растянуть грудь и выйти на прямые руки. Я бы ебал бы вас почаще, бабы, на кровати или на диване, в кокаре МДМА бы, лишь бы вы бы были рады. Все для вас, мил... Конец. На сегодня тренировка окончена. И я победил планку, суки! Захожу по планку сзади.